Здравствуйте. Как ваше здоровье? Давно не виделись. Алёша. Уже вот 25 лет, да? Как вы? Ну что, милые мои, вот то, что мы сегодня собрались, да, молодцы, потому что мы тоже, вот вообще, Титовский говорит же все время, мы тоже все время собираемся, и последний раз мы отмечали 40-летие, если я не ошибаюсь. Дай Бог вам то, чтобы вот так вот тоже отмечать, год в год встречаться. Это вы молодцы, то, что вот так вот встречаетесь. Лучше нет и не будет, когда мы вот так вот друг друга видим, когда видим, что живы-здоровы, когда видим, общаемся и радуемся, что видя друг друга, это очень хорошо. Хорошо то, что вы сегодня пригласили и нас. Что в такой день пожелать? Самое главное, здоровья вам всем. Спасибо. Благополучия в семье. Спасибо. Чтобы у вас все было хорошо. Чтобы ваша радость была в детях, а радость детей была ваша. И, конечно, дай Бог, чтобы у нас было мирное небо, конечно, всегда. Никто не болел. Чтобы у нас вот такие карантины, вирусы всякие покинули быстрее. И чтобы мы никогда их не знали. Давайте будем живы и здоровы. За всех нас, наши молодые. За всех наши, мои милые. Спасибо. 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 Против вируса не выйдет? Да. Ребята, все средства. Понятно. Четверга. Спасибо, что пригласили. Дай Бог вашим семьям благоденствия, здоровья, чтобы все у вас было хорошо, чтобы у вас всегда было светлое, чистое.
Спасибо. Всего самого хорошего. Спасибо. Вот, я, например, бабушка, вы тоже, чтобы были бабушками, дедушками. Мы тоже не делаем. Это так хорошо. Это так хорошо. Пора про бабушку, как Спасибо вам всем, ребята. Вы такие классные. Я сейчас начинаю вспоминать вот этот год, когда мне вас дали и рассортировали там на умных, неумных. Да, неумные ко мне попали. Я что-то плакать стала. Думаю, ну, все такие умные. Вроде умные должны быть у меня. Но потом ребята меня просто не подвели. Они стали умные. Даже лучше всех. Вот, я вас очень люблю, я вспоминаю с большим теплом. Вот, в свою очередь, сначала хочу вот извиниться, просить прощения у тех, кого я, может быть, обидела. Нет, не обижали. И нас простите, что мы не обидели. Ну, такие нас вспомнили, да, Через 25 лет, я это в этом 96-м стал. Да нет, да нет, конечно. В России привет тоже передать, они нас смотрят сейчас. Всех люблю, и я считаю, что даже если вас разъединили, вы все были как один класс. Потому что с первого класса вы были, даже может быть из детсада, вы были все вместе. Поэтому я всех вас очень люблю. Я всегда, если вспоминаю, то с особым теплом вспоминаю. И, конечно же, желаю вам удачи. Я думаю, что вы очень многого достигли в этой жизни. Теперь только радоваться своим детям, думаю, что внуки будут. И я даже как-то не считала, что 25 лет прошло уже, да? 25 лет, да. Это вы охаете, а нам что говорить? Да. Так что вам всем здоровья, любви огромной. Вот. Потому что без любви никак. Вот. Друг другу, в семье, в детях, чтобы вы состоялись именно в любви друг к другу и в семье. И дай Бог вам всем здоровья. Что вот, слава Богу, что даже несмотря на всякие пандемии, карантин, как-то больше вы сплачиваетесь, да? Это все, вы стали ближе друг к другу. И, ну, то, что было в школе, это только мне вот вспоминать сейчас. И даже есть такое, вот когда говорят, а когда же будет лучше? Когда это настанет время, которое будет лучше? Но оно уже было. Пошло. Да. Когда было? Вот когда мы говорили, что плохо было все, вот именно тогда было хорошо. Да. Ну, дай Бог всем хорошего здоровья, самое главное. Солнце на небе, радости на каждый день. Ну и любви. Россиянам тоже. Да, россиянам всем привет. Казахстан. Да, и Казахстан, еще может кто-то в Турции, за границей, да. Всем огромный привет, всех помним, любим, ждем, да? Да. Ждем. Да, может быть это у нас генеральная репетиция. Да, с вами, да. Ну, в общем, всем здоровья, еще раз. И вам спасибо, что приехали, что нашли время, что нас помнили. Россияне, казахстанцы, Да, 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 да,
I'm gonna
Бахти Ташкент. Здоровье, первое счастье. Для меня это немножко. Для меня это немножко непривычно, потому что мы были в детстве все сами, дети. А сейчас увидеть вас всех и увидеть ваших, кого жены, кого мужей, кого детей. Я скажу, очень охота, очень, ну, как интересно. Хотел бы окунуться в ваш праздник, который у вас сегодня. Огромное спасибо, кстати, Хамзе, который, не знаю, наверное, всегда был и всегда будет, наверное, энергетиком нашего класса, нашей группы, нашего детства. Поэтому отдельное спасибо Азарову Хамзе, который организовал, наверное, в первую очередь это торжество. Всех моих одноклассников и учителей. Спасибо, Любовь Михеевне. Хочу передать большое спасибо за внимание, за ум, за, который проводим в школе. Не буду говорить, я не знаю, что вы меня уже не слышите. Всем огромный привет. Я вас всех уважаю. Всех. Обнимаю. Если вы вариант увидите, не знаю когда. Оля, маме, отцу привет передавай. Маму тоже поздравляй. Рахмет, Рахмет, болды, Хамзе. Всем передам. Ребята, все очень хорошо, молодцы вы. Мы сегодня, знаете, помолодели на целых не 25, а на целых 60. Тогда малышкой стали. Еще бы, как веселились, я говорю, все было очень вкусно, все было все прекрасно. Такой прием, такое отношение. Ребята, молодцы. Но нам пора домой. Всем пора. Оля потом сейчас чуть-чуть внимание, потому что завтра у нас очень ответственное мероприятие. Ухлап калып, ертан шына деп шамада бом ебзар. Экзаменом ёк. Ребята, вы все Светланованы помните. Бзар өзімізді бойнымызға бір шындай бір не алдық, ертан шын, ел садақасына мәктепті сау бәрі жақымыз. Ну все, завтра в школе. Азам біләмізді ете тұрып, шлетағы ішлеріміз көріп. Завтра все в школе сөйтіңе. Бомаса бар ғой, вы меня по сегодня еще комы не бігнілі отсюда. Сад 12-е дедік. 12-е все в школе. Бомаса, я же говорю, вы меня силком не вытащили отсюда. Так что... Вы веселитесь с нами, не Ирина. Спасибо за то, что пригласили, за такой приятный отдых. Молодцы. Я еще раз говорю, молодцы. Я вспомнила свои школьные годы, свои встречи. Мы тоже, выпускники 76-го года, мы тоже каждые 5 лет встречаемся. Вот только из-за карантина в этом году у нас опять должен был юбилей. К сожалению, у нас не получается. Сау Чулу Боса, после карантина все нормально будет, мы будем в Ленинке. Так что хотите.
Еще раз говорю, молодцы. Все было прекрасно. Милые мои, спасибо вам большое. За щи, за кашу, за милость вашу, за стол, за скамейку, за веселую семейку. Дай вам Бог доброго здоровья. Большое спасибо. Очень хорошо отдохнули. Да, мы так не отдыхали. Спасибо вам большое. Вам тоже. Спасибо вам. Вот даже говорите. Дорогие мои, вы видите, как мы вас любим. Слава Богу за вас всех. И дай Бог всем вам всем и вашим семьям здоровья. Я верю, что это не дай Бог, ни в первый, ни в последний раз. Дай Бог. Вы показали себя очень ответственными, мужественными. Спасибо огромное организаторам Хамзе и Айдин. Вы молодцы, да. Ребята, вы не подвели. Я вижу, что и английский у вас, с английским все окей у вас. Благодарю вам. Слава Богу. Благодарю вам. Дай Бог всем здоровья, мира над головой. И в доме мир, совет да любовь. Спасибо. Всем спасибо, что сказали. Значит, я выгоняю всех? Нет. Ладно, народ, я вас всех люблю. Всех уважаю. Ай, на все. Наших учителей, наших матерей, наших наставников. Всем большое спасибо. Ребята, я вас всех уважаю, люблю. Еще раз с праздником. Кегеллерам очень катта рахмат. Меннен кем хизмет болган болса, в следующий раз сделаю еще лучше. Всех любим! Сау болу, главный. Шына веселый болу, хэмму ах, шынерге қашып отырғаныз. Зор. Спасибо учителям, нашим дорогим. Люди фильм особые. Спасибо, она из Лукуса. Yeah.